На Красноармейскую? Да. Что, можете кресло как-то подвинуть? А сзади-то вам неудобно будет сесть? Блин. Там диван просто большой, вам удобнее будет. Машина большая, диван удобный, я думаю, что разместитесь. Да. Поехали быстрее, быстрее. Ну, сейчас да, поедем. Что, простите? Да, я привык спереди просто ездить, меня... Тем более, что я такси такое вызвал, комфортно, что вы. Могли бы и подвинуть, в принципе. Нет, я не против, хотите пересядьте, просто сзади удобнее сидеть. Да ладно, ну, сзади реально большой диван, я понимаю, если бы мы сидели в каком-нибудь там, не знаю, Шевроле Камара, блин, или какой-нибудь там, ну, короче, машина, где сзади просто тещины места, я понимаю, неудобно, а сейчас-то там, вон, можно десятером сесть, мне кажется, комфортно. О, привет! Да что-то понять не могу, в какой-то парк вписался. Убогий, такси соси. Ни деньги вывести нормально не могу, ни заработать ни хрена. Служба поддержки полная шляпа. Короче, считаю эти копейки, блядь, и плачу. Думаю, в какой бы парк перейти. Я проработал в многих таксопарках, но не мог найти идеальный. Выход нашелся. И я открыл свой собственный парк. Теперь у меня моментальные выплаты, отличная служба поддержки и невероятные заработки. Подключайся к таксопарку Такси Хайп, и все у тебя будет хорошо. Правда, девочки? Поэтому я быстро еду. Ну, быстрее по времени. По расстоянию, может быть, чуть подольше, ну, подлиннее. Короче, приедем вовремя, не волнуйтесь. Здесь остановлюсь, нормально будет? Давайте чуть дальше. Там просто дальше, вторым рядом стану. У вас, да, не про это самое. Так, у вас наличные, да? Да, у вас сдача с 5000 найдется. Так, сейчас посмотрю, сколько. Да, найдется. Держите. Две пятитысячных дали, они у вас склеились. А, да? Да, какой-то клей не отклеен. Держите. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Не часто честных людей встретишь. Да. Вот, держите, это вам
за то, что не обманули. О, спасибо большое. Чаевые. Спасибо. Ну, честных людей, правда, нет. Ладно, спасибо. Ну да. Спасибо большое. Все, до свидания. Счастливо. Честных людей действительно мало. А пятитысячных много. Вот, друзья мои, что лучше? 200 рублей или 5000? У меня вопрос. Вопрос, так скажем, философский, даже не политический. Потому что это вечная борьба совести. Да ладно, хуй с ним. Я не обеднею, как говорится. И точнее нет, я не разбогатею, как говорится. Я не разбогатею. Я не разбогатею. Я не разбогатею. Не в моих это принципах так поступать. И даже если бы он был бы конченным засранцем, я бы все равно бы ему бабки вернул. Просто потому что я хочу, чтобы если я для кого бы был бы когда-либо в какой-то ситуации конченным засранцем, чтобы мне тоже вернули бабки. В общем, это так вот в моей голове работает. А вы можете написать, вернули бы вы бабки ему или нет. Вот так вот. Или сомневались бы вы или нет. Была бы борьба у вас внутренняя или нет. Понятно, что, скажем так, по, вот, как по законам жанра я поступил правильно. Но правильно ли я поступил по законам вселенной, если мне пришел лишний пятерик в руки, а я его провафлил? И каждый раз, когда я буду стоять на коленях с вытянутыми к небу руками и с просьбой: вселенная, пошли мне денег, дай мне знаки, помоги разбогатеть, пускай сегодня у меня будет 5000 рублей, вселенная мне дает возможность их заработать, а я шлю вселенную нахер. И потом опять прошу у нее деньги. Блять, может, это вот так работает. Надо просто просить, короче, у вселенной честный вариант заработка. Вот так вот я вам скажу. А я, видите, вопрос не уточнил, некорректно послал. И получилось, что получилось. Блять. Не знаю я. Не знаю. Ну, не догонять же мне его в конце концов. Поеду работать. Таксопарк «Такси Хайп» лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.